из Равенны на север-восток, запад, туда, где редко дают концерты и еще реже принимают зарубежные оркестры. В рамках Равенского музыкального фестиваля маэстро Рикардо Мути вот уже 20 лет реализует уникальный проект «Дороги дружбы». Он привозит итальянских музыкантов туда, где по тем или иным причинам не до музыки. Сараево, Бейрут, Стамбул, Дамаск, Найроби. Нынешним июлем Мути привез итальянцев в Тегеран, где совместно с иранскими коллегами они играли Джузеппе Верди. А затем в том же составе музыканты дали концерты в Равенне. Организация этого концерта была сопряжена с настоящими приключениями из-за политической обстановки, а еще из-за того, что в Иране после революции музыка была запрещена. Тегеранский симфонический оркестр и хор были восстановлены лишь 2 года назад. Да, президент Рухани приоткрыл нам двери. Мистер Рухани открыл двери. Виолончелистка Хоня Казерони впервые выступала за границей. Я так счастлива, что получила возможность увидеть людей из разных стран, представителей разных культур, смогла познакомиться с их историей, искусством. Я первый раз участвовала в оперном спектакле. Это очень отличается от исполнения симфонической музыки. Огромная нагрузка, ты должен слушать голос певца, следить за каждой деталью. Знаете, я всю жизнь буду рассказывать, что вот мне довелось работать с маэстро Мути. В Иране в опере запрещены сольные выступления женщин. Мути это учел, сохранив для концертов лишь мужские партии. Мы не вмешиваемся в политические правила стран, куда приезжаем. Это не наша задача. И я не буду размышлять, критиковать, почему мы не смогли включить сольную партию сопрано. Я обращаю внимание на другое. На наших концертах музыканты сидели вместе, женщины и мужчины. Вот это здорово. Это шаг вперед. Сегодня никого не удивляет, когда родители учат детей музыке, отдают их в школу. А вот в моем детстве на меня все оглядывались, когда я шла с виолончелью. Это было в новинку. Сегодня же нет. Выбор для концерта музыки Верди был очень верным. Верди – универсальный композитор. Знаете, итальянский поэт Габриэле Дануцио на смерть Верди написал так. Он плакал от любви каждому. «Дороги дружбы» в очередной раз оказались сильнее политических препонов. Итальянским и иранским музыкантам с нотами Верди на пюпитрах удалось сделать то, что не удается дипломатам.